На республике Мерцед Ломоносов в Умелмеской Пацахадон университете делегации войскундеста в России Озенгон Тервалдарах органендуны филологом факультета теоретикон амалингвистон кафедрой доцент в России зонетта академии в Загзоне над института хистер зонадон куса Галик Беляев я студент тима ам аспирант тима. Водон сармагонде кусенц Ирайна гвзэгт зоне надалуэдун хсен Ирона в Загдер. Ахургенте делегации фавазагэста дуни Озенгон Ирон ахургонд профессор Абайта Васуэ Хедзар музейме. Вон вахдарцед республика Иронов загорай рестал чьяр хай уедун хади стиме Темблфинг. Созданы уже, можно сказать, великолепные условия для работы, поэтому мы рады вас принимать сегодня здесь, на юге, и надеемся на дальнейшее сотрудничество с вами. Плодотворное причем. Спасибо. Олег Беляев, аспирант имени Рартаза, Архайн Сабайтовасу, историон и тимологон, зердуат англиса гвзаг мэра Телмацкэнэнэл, нэраунг бакундерцэд бирэкэст бантэсэн англиса гвзагл, зердуат эртэдом мэхора равадзэн. Мне кажется, это такой достаточно важный проект именно в плане ознакомления людей. Ну уж, конечно, проект большой. Вот у нас первый результат, это первые три тома. Сейчас готовы, я их принес сейчас, чтобы в музее были эти тома. Можете посмотреть. Скоро у нас будет все четыре готовы, и мы отдельно это все презентуем. А в дальнейшем, это пока предварительное издание, очень маленький тираж. Так сказать, скорее распечатанная рукопись, чем готовая публикация. А дальше мы уже будем еще вторично все обрабатывать и издавать уже более официально. И это все будет представлено общественности. Темблфинджа хадиши терзер той абайты васой цардема зона донкосте федел я уникалом косте тезен гондесте энекен дуние эмэсэн стерарх кэнэнц зона донах сэнаде. После Коста Хедагурова с большой гордостью мы произносим вместе с Костом Хедагуровым имя Василия Ивановича Абаева. Это второй по величине, по своей значимости личность в Осетии. У нас было очень много великих людей, выдающиеся интеллигенции, военные и другие. Но все-таки вот это место, которое... Он страстно любил свою родину. Он был интернационалистом. Вместе с тем был принципиальным человеком по всем научным вопросам. Это все его качества, все вы представители интеллигенции, хорошо знаете о его трудах и так далее. Олег Беляев, Фицахат Иристуны Захмерцед, Нормая Хедек студент Ководию Адьен Хестем Гаска Ирон, Адаме Уазе Горзун, Дина Адаме Культура, Езердем Афтетен Кфецедесте, Амен Рахсерде Саза Куса Ирон в Загл. На нашем отделении есть традиция проведения лингвистических экспедиций летних, когда студентов возят изучать различные языки России. И вот так сложилось, что после моего первого курса меня пригласили в экспедицию по изучению осетинского языка. Я заинтересовался и стал глубже им заниматься. Потом нашелся мой коллега Арсений Выдрин из Петербурга, с которым мы стали вместе ездить вдвоем в Осетию. И закрутилось, и в итоге я очень проникся как языком, так и гостеприимством осетин. Я постепенно все глубже и глубже стал вникать в этот язык. Темблфинга феста уважат адидин тесеверто Ирон в заджа, ама литература и символте, хитеката куста, ама абайта васуи церте терас. Вот мы приезжаем с нашим руководителем Олегом Игоревичем Беляевым, и вот все вместе ходим в институт, общаемся с носителями языка и пытаемся узнать лучше, как устроен осетинский язык. Ну, про осетинский уже есть очень много грамматик, очень много работ, но, тем не менее, все равно всегда есть какие-то области, где можно узнать что-то побольше. Потому что наука не стоит на месте, появляются какие-то новые теоретические наработки. И вот мы вместе с ними пытаемся еще наши знания осетинского как-то сделать больше. Бязарта Стейла, Кудзейта Азамет, Тататаксана, информацию на Рауахдабун.